И выбор за нас осуществляют теперь рекомендательные сервисы. И вы думаете, что это вы выбираете то, что вы будете смотреть дальше. Вы думаете, что это вы выбираете, что вы купите. Я вам должен сказать, что выбор – это очень сложная для мозга задача. Он должен напрячься и потратить энергию. В одном из исследований проводили такую штуку. Человека клали вот в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии и смотрели, какие зоны мозга у него активизируются в случае, когда он принимает решение, и в случае, когда он принимает решение, когда есть мнение эксперта. Я должен сказать, что когда есть мнение эксперта, все люди сознательно принимают решения. Проблема состоит в том, что у них не активизируются зоны принятия решений. Мы автоматически при наличии некого экспертного мнения соглашаемся с экспертным мнением. И зоны префронтальной коры активизируются только в том случае, если было написано «мнение эксперта недоступно».